Николай Григорьевич ставил заседание комиссии. Проект бюджета был рассмотрен. Дайте, пожалуйста, ваш комментарий. Ну, мы сегодня в рамках комиссии по взаимодействию с общественными объединениями и религиозными организациями рассмотрели в рамках компетенции расходные статьи бюджета на 2022, 2023 и 2024 года. Прежнее финансирование, которое было до этого, оно все сохранилось. А также с учетом инфляции будут предусмотрены расходы на дальнейшее финансирование, например, советов ветеранов, участников войн. Также остается финансирование за другими направлениями, например, субсидия Донскому монастырю, который относится к Московской патриархии. Поддержка многодетных семей также остается с учетом инфляции. Потом взаимодействие с землячествами тоже в рамках нашей компетенции будет продолжаться. В прошлом году мы проводили круглый стол самостоятельно на базе нашей комиссии по взаимодействию и укреплению дружбы с армянской диаспорой, со студенчеством, с профсоюзами. Вот, поэтому в этом году мы запланируем круглый стол с приглашением сюда землячества из Азербайджана. И также целевым порядком будем проводить дальнейшее укрепление наших взаимовыгодных связей со всеми республиками, с которыми у нас имеются многовековые дружественные связи. То есть сегодня наша комиссия выполнит свою задачу, и решением комиссии было поддержать в рамках компетенции расходной статьи данного бюджета на 2022, 2023, 2024 года. Спасибо. Всего доброго.